Inventive Retail Group уже 11 лет работает на российском рынке ритейла. В холдинг входят магазины таких сетей, как Restore, Samsung, Lego, Nike, Sony, Rocky Street Beat и Kid Rocks. На сегодня у нас 333 магазина в 36 городах России. Общая выручка в 2016 году составила 48 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда выручка онлайн-бизнеса. Restore был первым интернет-магазином группы. Построили его изначально на 1С Bittrex в далеком 2008 году. Стоит отметить, что большая часть продукта адаптирована под российский рынок, а для нестандартных решений есть поддержка вендора. Многие новые опции, например, дополнительный вариант доставки или новый вид корзины, тестируются сначала на базе одного из интернет-магазинов группы, а потом, в случае удачи, внедряется во всех остальных проектах. Это возможно благодаря единству технологической платформы. Клонирование функционала обходится гораздо дешевле, чем разработка его с нуля. Продукт из коробки каждый Enterprise-проект дорабатывает под себя в процессе развития. При этом компания часто использует готовые решения из магазина партнеров 1С Bittrex. Там бывают довольно интересные внешние модули, которые легко интегрируются и стоят недорого. Я считаю, что будучи промышленной платформой, создавать вокруг себя экосистему со всеми необходимыми готовыми решениями от разных поставщиков. Интернет-магазинам остается лишь собрать все это и немного доработать, чтобы получить удобный и надежный инструмент продаж.